Да, кря. Всем добрый день. Вот у нас жара, ясно уже какой день. Жарища. Вчера было 40 градусов, машина показывала. Сегодня сейчас, наверное, градусов 37. Жар, жарюга такая. Вон этих выпустили, вон двери открыли. Вон бегают, молодцы. Да, жарко маленьким, жарко. Тема вкусная. Сейчас поставлю вам камеру. Посмотрите. Котя. Да, кря. Котя. Котя прискакал, да, на всех парах. У тех у Ломанов снова был. Жарко, да, жарко. Жарко маленьким. Вчера или позавчера купили фазанчиков. Так, вчера приехали. Позавчера купили фазанчиков. Вот. 10 самочек взяли. Красота. И поголовье убавилось, и корма надо новую будет заказать. Да, для них, для этих обултусов. Да, кря-кря. И на материалы уйдет. На новые вольеры, на стайку. Да, кря-кря. Скоро зима будет, надо помещение делать. Кря-кря. Да, кря-кря. Петя. Котя, блин, а. Мускусная. А, мускусная. Чё, как у вас дела? Да, скажи, жарко. Я вот хоть их со шланга полил, но вон все быстро высохли. Стайка вон блочная. Зимой холодно здесь. Поэтому надо что-то делать им, новенькое помещенница. Да, кря-кря-кря-кря. Тиути. Ну вот, вот такой вот небольшой обзорчик, да, мускусная? Вон, накупались, аж вода грязная, да. Да. Кря-кря-кря-кря-кря. Молодцы, молодцы. Кря-кря-кря-кря. Кряж. Кряж, они тут кряжки. Кряж, они тут. Ой, все, залез. Вот сверху, как все выглядит, да, кряшки. Вот, посмотрите на этих, сейчас спущусь. Ага, вот, вот так вот. То неудобненько, новый штатив купил. Ой! Теперь сейчас осваиваю технику новенькую. Да, кря-кря. Кря. Да. Жарко маленьким, жарко. Спрашивали еще по фазанчикам. Сколько у тебя фазанов? Кстати, вот не считал. Вот, честно слово, не считал. Сколько здесь. Ну, наверное, голов 70-80. Ну, еще вон в будке, это вы здесь скажете, они еще под будкой спрятались. Жарко на улице, жарища такая. Спрятались. Уток вот. Через месяц будем тоже забивать. Или даже, наверное, через недельки три. Месяц много, а то холода придут. Да, кря-кря. Те мускусные, мускусные побежали, да. Петя. Вон, жарко, крылья все раскрыл свои. Роются у Ломанов. Позавчера они снесли 4 яйца. Показывал, когда они занеслись. 2 первых яйца они снесли. Сегодня 3.
Ну такая жарища. Нормальная. Еще продали старушек Ломанов. Да, старушек. Петя сейчас один бегает. Там никого не осталось. Там только сейчас бролериха, ути, мускусные черевели. Две мускусных, одна вон и коричневая. И утята вон. Спрятались. Утята муларды. И Петя сейчас там живет. Все, больше никого там нету. И перепела. Естественно, да, в стайке Коко. Ну все, вот такой вот обзорчик. Жарище. Пойду еще перепелов. Да, вот кто не верит, посмотрите на перепелов. Жарище. Ну, для перепелов комфортная температура 20 градусов. Ну, и то, наверное, 18 им нормально будет. Ну, 30 с лишним градусов для птички это. Еще писали ВКонтакте, спрашивали, не успел ответить. Роман. Да, по-моему, Роман Белокуров спрашивал, писал. В жару был, есть падёж или нет? Конечно, есть. И перепела тоже. Ну, в основном техасы и япошки. Вот здесь вот два трупа было, что падёж. Ну, и у этих селядониха одна померла. У утят, слава богу, трупиков нету. И фазанчики тоже. Несколько голов потеряли. Ой, жарко, не фокусируется. Бролериха голая, да. Котя. У фазанчиков, наверное, штук... Ну, голов 7 точно, наверное. Не переносли. Не выдержали эту жару, короче. Да, сейчас еще, наверное, до конца недели жара это точно будет. Потом должно быть полегче. Где-то градусов 15-14-15 как. Ну, холодно тоже плохо. Да, для перепелов. Нестись они, наверное, не будут при такой температуре. И ночью обещают 7 градусов. Это плохо. Да, бролериха еще писали. Несется, не несется. Да не несется она ни хрена. Вон. Бывает раз в неделю одно яйцо снесет и все. На этой неделе еще не было. Ну, еще все впереди. Тоже ей надо бошку нафиг сносить. Кормить ее просто так. Ест она вон. Типеть, а. Да. Зовет всех. Груши есть. Да. Нате. Нате. Ну, груши пропадают. Иди, иди,